Казанская ТЭЦ-3 стала не только единственной в России площадкой, но и вторым в мире энергообъектом, где был реализован подобный проект. Передовая цифровая система управления, инновационная камера сгорания для снижения выбросов, с вводом в эксплуатацию нового энергоблока показатели Казанской ТЭЦ-3 вышли на новый уровень. Казанская ТЭЦ-3 увеличила выработку электрической энергии почти в 3 раза. Установленная мощность станции увеличилась в 2 раза. В рамках модернизации компания ТГК-16 совместно с General Electric внедряются новейшие цифровые технологии. Математическая модель системы PREDIX прогнозирует состояние оборудования на основе опыта эксплуатации. Данная платформа позволяет минимизировать отключение оборудования из-за технологической неисправности. В настоящее время программа работает в тестовом режиме. Однако первые результаты уже сейчас позволяют говорить о правильности принятых решений и о перспективности развития данного направления. Анна Городнова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.